Белорусские и китайские ученые окажут научную поддержку экономическому проекту «Шелковый путь». Сегодня в Пекине стороны договорились готовить управленцев для глобальной инициативы. В столице Поднебесной прошел первый научный форум двух стран. В Пекине собрались десятки ученых из Беларуси и Китая. Конечно, в эти праздничные дни говорили также об общем вкладе в победу во Второй мировой войне. Репортаж Сергея Хоментовского. Сергей Чижик и Цэй Фан, хоть и говорят на разных языках, но уже понимают друг друга с полуслова. Этими днями в Пекине проходит первый научный форум «Китай-Беларусь». И это несмотря на то, что до 7 сентября в Поднебесной официально праздничные дни. Обсудив вчерашний парад и вклад двух стран в победу во Второй мировой войне, ключевой темой разговора ученых стало сотрудничество Беларуси и Китая в контексте строительства экономического пояса «Шелкового пути». Как известно, на нем наша республика является узловой площадкой, а ключевым проектом станет создание китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Он поможет привлечь в Беларусь миллиардные инвестиции и станет олицетворением производства 21 века. Форум прошел очень успешно. Секция была посвящена экономическим вопросам сотрудничества и в первую очередь будущему такому глобальному проекту, экономическому поясу «Шелковый путь». Вот здесь для ученых очень много работы. Нужно осознать плюсы, нужно осознать и предвидеть какие-то подводные камни, выстроить логику и стратегию отношений. В рамках инициативы экономического пояса «Шелкового пути» для нас, безусловно, очень важны академические контакты. Мы уверены, опыт и знания белорусских ученых будут востребованы при подготовке кадров и оказании индивидуальной помощи бизнесу. В ходе форума белорусские ученые съездили в Шанхайский индустриальный парк, чтобы воочию увидеть, как в будущем будет выглядеть наш великий камень. Производство 21 века, современный менеджмент и годовой оборот в 80 миллиардов долларов. Под впечатлением от увиденного белорусские ученые поддержали инициативу Китая по созданию Академии Шелкового пути. Она будет готовить управленцев для великого камня и будущих совместных индустриальных парков. Сегодня прозвучала мысль создания такого института, школы, как Академия «Шелковый путь», для того, чтобы готовить менеджеров, готовить экономистов, готовить управленцев для вот таких глобальных проектов. Я думаю, это будет интересно, и этим ученые наших стран будут заниматься также в будущем. Ну и, безусловно, еще одна версия это работы, это, конечно же, подготовка специалистов и в других сферах. Я думаю, наступило время, что мы также должны присылать своих молодых ребят для того, чтобы поучиться многим вещам, многим и в области высоких технологий, и в области экономики. По итогам первого форума ученых Беларуси и Китая стороны подписали дорожную карту сотрудничества. В следующий раз лучшие умы двух стран соберутся через год в Минске. В центре внимания второго форума ученых станет научное сопровождение торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая. Ведь главами государств поставлена задача по удвоению совместной экономики до 50 миллиардов долларов. Сергей Хоментовский и Николай Рузамин, агентство теленовостей, Пекин.